прекрасна для человека возможность побывать в истинной церкви. Как бы в совершенно другом мире, совсем не похожем на наш, своей таинственной природой и историей. И действительно, у каждой церкви существует своя необыкновенная история, неповторимая по своему содержанию, хотя имеющая совершенно одинаковый, чудесный смысл веры в единого Бога. Наша маленькая история началась в самом центре города Киева, на Владимирском рынке. Свое название рынок взял от стоявшей здесь когда-то Владимирской церкви, которая была разрушена в безбожную советскую эпоху. Церковь на рынке – это продолжение древней византийской традиции, когда не только вокруг православного храма зачастую возникали рынки, но и сами церкви нередко возводились посреди шумных торговых площадей. После долгих лет забвения и на этом месте должна была снова прозвучать молитва. И вот нашлись люди, у которых была необходимость в вере и церкви. И совместными усилиями на рынке была воздвигнута церковь в честь святого равноапостольного великого князя Владимира и преподобной Ефросинии Полоцкой, его святой правнучки. Тяжело человеку в современном мире найти правду и справедливость. Тем более здесь, на рынке, где так явно обнажается корыстная, материальная сторона человеческой жизни. Но не здоровые, а больные нуждаются во враче. Так и это место должно было светиться храмом, где врачуются человеческие немощи. Войдя в часовню, словно попадаешь в совершенно другой мир. Прямо за его стенами бушует море земной, с
суетной жизни, которая зачастую обходится с человеком нечестно и несправедливо. Но этот шум никак не может перебить блаженной, живой тишины храма, в котором нет места лжи и неправды. Здесь есть тот, кто тебя никогда не обманет, но всегда поможет, утешит и укрепит. В этом мире настоящую радость обретает душа человека, в сердце которого зажегся огонек веры и надежды на Бога. Свечи церковные у алтаря все горят, словно березки стройные в поле стоят. Мне бы поклоны бить, с Богом бы говорить, но душа моя все мирском занята. Птицы взлетают стройным клином на юг, так и душа улетает от бед и разлук. Надо молитву читать и о святых вспоминать, но душа моя все мирском занята. Радуйтесь солнцу, радуйтесь и облакам, радуйтесь морю, радуйтесь и небесам. Мне бы любви говорить и доброту всем дарить, но душа моя все мирском занята. Свечи церковные у алтаря все горят, словно березки стройные в поле стоят. Мне бы поклоны бить, с Богом бы говорить, но душа моя все мирском занята. Но душа моя все мирском занята. Часовня явилась призывом к молитве для людей, пробегавших мимо в суете мирских дел, и для тех людей, в душах которых теплилось стремление к вечности и к Богу, часовня стала местом общей молитвы и радостного общения друг с другом. Служение в часовне Божественной Литургии, когда верующие едиными устами и единым сердцем прославляют Бога и причащаются святых христовых тайн, зажгло на этом святом месте яркую лампаду веры, огонь которой воспламенялся все сильнее.
Общая молитва и вера в единого истинного Бога, которая собрала некогда людей в маленькой часовне на рынке, теперь должна была зазвучать громче, чтобы все больше и больше народа услышало этот призыв и потянулось в церковь, чтобы возродить некогда стоявший на этом месте Свято-Владимирский храм, так любимый и чтимый благочестивыми киевлянами. Величаем, величаем.
пастырская ревность настоятеля, его активные действия по расширению прихода и приходской деятельности привели к тому, что из маленькой часовенки на рынке возник вот этот духовно-просветительский центр, первый в городе Киеве, который призван призывать к себе все больше и больше новых людей, чтобы они могли приблизиться к Богу, приобщиться той духовной радости не только посредством молитвы, но также и через духовное просвещение, и через творческое проявление своих талантов. И мы надеемся, что история храма на Владимирском рынке на этом не заканчивается, ведь это только начало пути, пути ведущего в Царство Небесное. Інколи буває, зіроньки немає, хмари дощ спадає на сухі поля. Знову вечоріє, на душі що мріє, не сумуй, що нічка на твоїх очах. Що душа бажає, те вона й має, темряву в дорозі, чи великий світ. Доле, моя доле, щось тебе не болить, ти не дай любові згаснути свої. У святому храмі свічки розмовляють, той вогонь не згасне у душі твоїй. Що з тобою буде, і анголи це знають, не втрачай ніколи сонячних надій. Що душа бажає, те вона й має, темряву в дорозі, чи великий світ. Доле, моя доле, щось тебе не болить, ти не дай любові згаснути свої. Згаснути свої, згаснути.